Сейчас очень модное слово «большие данные». Big data. Вот. Что это такое? Поскольку все это используют как такой buzzword, да, то есть для маркетинга, все понимают под этим разное или не понимают совсем, значит, я дам короткое определение. Большие данные – это такие данные, ну, в частности, собираемые в интернете или мобильным оператором кем-то, что они, во-первых, большие. Большие означают не просто, что это какое-то большое число их, а то, что их нельзя вручную просмотреть, обработать, охватить умом. То есть они не поддаются ручной работе. Угу. Необозримо как бы. Вот. Второе. Они, в них сумма частей меньше, чем целая. То есть целая больше суммы частей. То есть при взгляде на них с птичьего полета вы узнаете такое, что вы не могли бы увидеть ни в одном фрагменте. Ну, самый простой пример такой. Вы сидите в своем аккаунте Фейсбука и видите, что кто-то написал какой-то комментарий. Поскольку вы смотрите вот только локально, то вы не знаете, что его сейчас одновременно этот комментарий вбросили еще в 30 тысячах мест. Угу. А когда ты смотришь сверху, и у тебя есть механизм определения дублей, ты сразу знаешь, это вброс. Этого нельзя узнать по частям. И так далее. То есть это данные большие, необозримые. Это данные, в которых взгляд на целое гораздо важнее, чем взгляд на части. Это данные о людях, потому что только о людях интересно. Наверное, бывает интерес, там, интересные большие данные у глицеологов про ледники, да? Но про это нам не интересно говорить. На самом деле, весь интерес всегда к людям. Вот. Это данные о людях, это данные из разных источников. Как правило, они мультимедийные. Там, тексты, видео, данные по географии, данные там, о передвижениях там, с мобильных телефонов и так далее, и так далее. Вот. И это данные с ретроспективой. То есть всегда интересны данные, которые уходят вглубь времен. Почему? Ну, например, по той же причине. Если какой-то аккаунт сейчас участвует в информационной атаке, ну, например, кто-то фальшивку распространяет, то это может быть, потому что человеку просто интересно. Но если ты знаешь, что из там, 100% исследованных тобой атак он в 95% задействован, значит, скорее всего, это бот или тролль. Член команды, да. Член команды, да, какой-то.